«Відіскоп». Пані та панове, сьогодні в гостях «Відіскопа» тренер баскетбольного клубу «Дніпро» Павло Гапов. Вітаю в нашій студії. Поговорити є про що, оскільки почалися плей-офф. Дніпро після тривалої перерви грає у півфіналі і, як показав перший поєдинок, грає достатньо гідно. Так? Давай так, одразу по вчорашній грі, поки свіжі спогади. Овертайм. Грали проти чинного чемпіона на його майданчику. Дали бій, але чого не вистачило? Не вистачило, буду говорити по-русски. Да, як зручніше? Да. Не хватило, скоріше всього, опыта. Опыта ігор плей-офф. Все-таки большая ответственность. Многие ребята играют в первый раз на таком уровне плей-офф. И допустили в середине игры много ошибок, которые не позволили нам, можно сказать, даже выиграть. Ну, вошли в концовку уже хорошо, там уже когда в концовку уже дело случая, больше опыта у кого, тот выиграл. Ну, власне, здалося так, що дещо, можливо, ще так хвилювалися хлопці, так? Боялися будівельника? Да. Це був цей фактор? Не можу сказати, що боялись, але волновались. Волновались, звісно, да. Ігроки опитні, багато зборників грають, хочуть приїхати в Київ, хочуть себе показати. Тобто в цьому році ми ще не виграли, тобто були близькі, в предсезонці могли виграти, і в сезоні на своєму полі неплохая була ігра. Хотілося виграти. Ну, і в фіналі кубку непогано виглядало? В фіналі кубок, да, соответственно, що... Могли зацепитися, було желання, було все, не хватило, може, опиту. Ну, але якби так вдалося якусь команду надихнути вам в останній чверті, так, із Вальдемаром Хомичусом, ну, все-таки змогли переломити, дотягнули до овертайму у найважливіший момент. Була якась віра, те, що можете нарешті дотиснути? Да, поки, тобто, баскетбол така гра, 10 очков плюс, це тобі не дає гарантії перемоги. Тобто, ми зберігалися, були в грі, тобто, 10-12 очков, ти ще в грі. Это 3 минуты, и все может поменяться сверх на голову. Так и получилось. То есть будильник оторвался, сохранял эту дистанцию, вплоть там, да, я точно не помню, там до 5-4 минут. Потом где-то подсели, одна, может, неправильно, две замены, устало, забили, трехочковый, быстрый порыв, все. Ты в игре качели, нервы не железные, все уже, все могло быть. Угу. Ну, а коли виходило на овертайм, была віра ось ця? Конечно. Когда мы в концовке догнали, когда сравнялся счет, когда появилось, смотрели, у соперника появилась в глазах какая-то неуверенность, может быть. Конечно. Очень хотелось постоянно все. То есть 2 очка – это один бросок. Угу. Власне, ну, в будь-якому випадку доведеться грати ще в Дніпропетровську. У вас там нова зала, так? Як вам от грається в цій залі? Так, під плей-офф буквально ви фактично команда позбавила себе переваги свого майданчику. Доводилось вам звикати так само, наприклад, як тому ж Миколаєву, з яким Михайлович починав. Да. От ігра з Миколаєм красоти показала у нас. Опять же, волнення, то, що свій новий зал, прийшов повний зал, зібрав зрителі, весь зал зібрався зрителі. По сопернику, если судить там по играм, по последним, по оставшимся, по составу, кто Николаев, и мы, конечно, мы шли фаворитами явными. И ребята, может, где-то в подсознании это тоже осознавали, все-таки и читают, наверное, и сами понимают, что, ну, как показали две игры в Днепропетровске, что не все так просто. Была, не могли войти, была, то есть новые мячи, новый зал. Не забивали много своих мячей, но все равно вы должны, значит, за счет чего-то другого компенсировать. А по второй игре вообще могли даже проиграть. Ну так, 2 очка разницы. 2 очка всего разница, да. Так же, как я сказал, это один точный бросок. Все мог решить. То есть, ну, были сделаны выводы, в первую очередь ушли эмоции. Вот в третьей игре уже совершенно, даже по разминке, по лицам в раздевалке было видно, что нет тех эмоций. Может, как ответственность ушла, что ли, уже все. То есть ребята расслабились и показали свой уровень. Уже и в третью игру мы, скажем, сыграли легче на выезде, чем мы две игры сыграли дома. Угу. Власне, от цей фактор, якби те, що вам довелося грати чвертьфінал, а будівельнику не довелося, він пішов кому більше на користь? Будівельник уже автоматично так сталося, що через деякі команди не зміг зіграти в чвертьфіналі, ви все-таки пройшли дистанцію, але в 3 матчі пройшли. Да, ну, виходить так от, що більше їм пішов во вред. Угу. Больше вред. Ну, покажут, это не одна, если бы одна игра, да, при такой результате мы же как бы сыграли одну из лучших игр сейчас с ними. Я не говорю, что мы свою лучшую игру сыграли. Это по вчерашний матч. По вчерашнюю игру. То, что мы с ними сыграли и все решилось овертайме, получается, что пошло больше нам на пользу. Угу. Мы были близки к победе. Но плей-офф состоит из 3 игр.
Вот когда сейчас, мы уже три игры, за нам уже было до три игры, вчера четвертая игра, у них первая. Вот когда начнется сегодняшняя игра и пойдут следующие игры уже плей-офф, там уже будет момент восстановления после игр, темп игры. Там уже можем поговорить на эту тему уже после плей-офф, кому пошло больше на пользу, нам или... Власне, ти кілька разів згадував фактор досвіду, так, який є у гравців на даний момент. Але все ж, ну, в вашій команді можна, я думаю, в плані досвіду виділити Олександра Мішулу. Він уже багато понюхав баскетбольного пороху на серйозному рівні. Так, чи виправдовує він от десь тренерські сподівання, так, от як один із найбільш обкатаних гравців, скажімо так. Ну, він достатньо молодий, це всі розуміють, якби, але все-таки, ну, враховуючи його статус, він має бути лідером в команді. Да, безусловно, мы от него ждем, чтобы он был лидером. И любой тренер хочет, чтобы у него были игроки, вот у него там 12 игроков, и он будет от каждого ждать, что он сможет лучше сыграть. Любого, будь это у тебя лидер команды, будь это у тебя 12 человек. Ролевой. Да, то есть у тебя, который уходит в ротацию, все равно каждый тренер ждет от него чего-то большего, что он способен сделать больше. То же самое и от Мишулы. Мы ждем от него, конечно, лидерских качеств, мы ждем от него... какой-то результативности, какой-то организации. Все-таки он первый номер был в сборной. Все, когда-то последние игры, допустим, да, он не играет на свой уровень, который он может играть. Но мы в него верим, и постоянно у нас диалог, у нас постоянно идет анализ. То есть разбираем, говорим, общаемся, опять же смотрим видео, то есть идет тренировочный процесс. И, конечно, мы ждем и работаем над этим. А як до Саші ставлення в команді? Як до більш ветерана, такого більш вже заслуженого гравця? Чи, в принципі, він на рівних з хлопцями? Ні, майже всі одного віку. Да, у нас такого ні, да, все правильно ти сказав. У нас приблизительно возраст одинаковий. Там у нас, може, там Андрій Малыш постарше, там Паша, все-таки вони, да, вже більш опитні ігроки, к ним вже ребята прислушуються. А остальні ребята приблизительно одного возраста. Сидять в роздівалці, такого ні, що там, я сказав так, або я сказав так, ми робимо так-то. Нет, все друг друга слушают, прислушиваются. То есть микроклимат в команде, я считаю, отличный. И, в принципе, все на равных. Угу. Один із найстабільніших, здається, на мій погляд, так, в цьому сезоні був Стас Тимофієнко. Да, да. Який якісний прогрес ти помітив у нього за цей рік? Що прибавилось, якщо брати по ігрі непосредственно? Звісно, прийшла стабільність. Пришла стабильность. Да, хоть он вчерашнюю игру сыграл, может, не на своем максимальном уровне, но это всего лишь одна игра. То есть это посмотреть опыт игры также НБА, там, если брать каких-то лидеров команд, Европа, европейские звезды. То есть нету на протяжении сезона, все показывают какой-то высокий уровень баскетбола. Все равно есть игры где-то лучше, хуже, то есть есть разброс. То есть то, что вчера, по вчерашней игре, Стас не сыграл на своем уровне, никто из этого трагедию не делает. У нас 10 человек были в ротации, каждый забил, взял кусочек какого-то ответственности на себя, забил. Да, мы оставались в игре. То есть я уверен, что в следующие игры Стас соберется, он покажет свой уровень. Но по сезону очень много игр, где он нам сильно помогал, где он тянул команду за собой, то есть показывал результативность. Появилась у него уже, можно так сказать, ответственность за команду. В раздевалке он уже пытается, если команда что-то не выполняет, какие-то, да, установки, какие-то там требования, пытается повлиять на это, пытается произвести там свой, скажем так, давление какое-то капитанское. Все-таки капитана просто так не выбирают. Угу. Тобто, фактично, вот таким вот авторитетом в команде він є? Да, безусловно. Очень большое доверие тренера от него. То есть он, как не зря, я же говорю, Вальдемар Аскомович не зря забрал его капитаном. Так что от него тоже. И требования к нему также. Требования к нему, может, даже завышены, чем к остальным. Угу. Если мы требуем от тебя, то есть мы тебе доверяем, оправдываем. Хотів спитатися ще по Чигиринову, так? Якраз так сталося, що от найважливіші матчі сезону перед кубковими матчами він зазнав травми, там лікувався, одужував, якби не зміг допомогти вам. Зараз ось плей-офф, він вже починає виходити на майданчик. В якому він стані, так? І до кінця сезону що можна спрогнозувати по ньому? Спрогнозувати щось тяжело, опять же, це ігра, це чоловік пропустив часть сезону. Все, сейчас он находится не в оптимальной форме, но в хорошей, скажу так. Вчера он нам, по вчерашней игре, очень хорошо нам помог. Был момент, мы не могли там забить во второй четверти. Вышел на себя, взял инициативу, забил там 3 3-очковых. Держал нас также в игре, мы даже начали лидировать, там был момент во второй четверти.
То есть сейчас ну, помощь чувствуется на площадке. Мы ждем от него также помощи и в дальнейшем. Ну, фактично, він ще не абсолютно готовий. Может лучше. Может лучше, мы это видели, он показывал эту игру, он показывал хороший уровень игры на предсезонной играх. В первой игре чемпионата также очень хорошо. То есть набрал, до травмы, да, набрал очень хорошую форму. Конечно, травма сильная. Его подкосила, и нас тогда. У нас тогда еще мы, у нас не было СИЗОВа, кто мог бы подменить. У нас, получается, Мишул остался основным первым номером. Были, да, молоды у нас есть игроки, но все равно им не хватает какого-то уровня, чтобы уверенности того же не хватало, чтобы играть на суперлиге. Ну, власне, не було б цієї травми, можливо, СИЗОВ би не з'явився у вас, так? Так, да, звісно. Фактично, ви шукали заміну в той момент. Так, да, нужна була підтримка Мишулі. Нужна було, тому що по Чигиринову затягнулося мій відновлення. То, що ми одразу почали шукати. Что мы очень долго не могли поставить точный диагноз в момент восстановления, потому что такая травма спины, она очень быстро, скажем так, не излечивается. И, ну, надеялись, что это будет как бы восстановление быстрее. А сейчас получилось и... То есть он сейчас набрал форму, восстановился. У нас сейчас получается три полноценных первого номера, которые можем использовать в ротации, это только нам плюс. Чи можно сказать, что Дніпро зараз уже виконав завдання на сезон, ты что дійшов до півфіналу? Ну, задание у нас повыше, скажу так. Например? Да. Ну, хотя бы третье место, это как минимум. Угу. Мы нацеливаемся на медали. Конечно, мы сейчас, то никто не говорит, что мы сейчас будем сливать игры с Будівельником. То есть нам хорошо выступить, и мы на этом все закончили, показали, что мы можем, и начинаем бороться за третье место. Нет. Все-таки вот Вальдемарас Хомичус дал на днях интервью, тоже говорит, я хочу играть в финале. Я с ним абсолютно согласен. Это, конечно, угу. Мечта. То есть, опять же, это финал, все это у тебя... Ты можешь выиграть игры, ты чемпионом быть мечтает, все в игры как можно выше. Это естественно. Ну, скажем так, навіть вчора десь в 20:40 ви були ближче до фіналу, да, ніж, да, Будівельник. Да, на одну победу ми могли бути ближче, да. А в 20:50 уже, на жаль, Будівельник якби так притягнув. До речі, зараз Будівельнику грає, не грає, асистентом тренера твій колишній, да, одноклубник, да, і твій колишній попередник, фактично, так, по роботі в Дніпрі, да, Володимир Коваль. Як у вас зараз спілкування з ним, як Хомічу з ним спілкуються, все ж таки працювали всі разом? Да, ну, ми залишилися в хороших чоловічих відносинах. Вчера после игры мы уже встретились, общались. Муниус, тренер по физподготовке, тоже у нас работал, у нас в команде работал. То есть вчера у нас также мы продолжаем созваниваться, продолжаем общаться, говорить на баскетболе, о каких-то там личных темах. То есть мы остались в хороших отношениях. Также он и с главным тренером тоже общается. То есть все, мы как жизнь продолжается. Он здесь, мы остались в Петровске, но между собой продолжаем общаться. До речі, так ми з тобою рахували, так виходить, після того, як ти став працювати асистентом тренера, так при тобі в Дніпрі змінилося вже 4 головних. Да. Як от тобі з Хомічусом працюється порівняно із попередніми періодами? Ну, навіть я не хочу сравнивати, тому що не то, що з Хомічусом краще працювати. У кожного, ти від кожного тренера береш щось своє. Тобто, якщо ти розраховуєш коли-то в будущем быть главным тренером, ты должен, я считаю, ты должен учиться, как каждый, совершенствоваться, брать что-то правильное, смотреть, может, как человек что-то не делает. То есть у меня с каждого тренера у меня складывались, как ассистента, у меня складывались хорошие отношения. Может, они считают по-другому, но я считаю, что было так. Да. Принаймні, у тебе до них претензий немає. У меня, может быть, и претензий. По крайней мере, когда мы работали, не было претензий ко мне, насколько я знаю. Это основное. А с Хомичусом, если что касается Хомичуса, то этот человек мне сейчас доверяет, насколько на 100%. То есть первое время, да, была притирка, это естественно, как у каждого человека, новый человек, все, то есть присматривались, то есть были же вот эти моменты притирочные, все. Сейчас человек мне полностью доверяет на 100%, у меня есть объем работы, который я знаю, который я выполняю, все. То есть у нас с ним говорим на любые темы, мы в хороших человеческих с ним отношениях, ходим друг к другу в гости. Він уже став дніпропетровцем? У нього вже дочка родилась в Дніпропетровську, да, так що він вже, як він сказав, що я нікуди не хочу виїжджати, мене все устраивает, зачем искать добра, що то ще лучше. Тобто фактично рівень його амбіцій зараз це виграти медалі чемпіонату України найближчий місяць. Да, да, естественно. Естественно, это медалі, і я ж говорю, даже не бронзова, якщо попытаться і вище, почему нет?
Угу. Чого чекати нам сьогодні від Дніпра і будівельника? Будете виглядати по-іншому? Ну, по-другому. Хотелось бы, конечно. Каждый хочет выиграть легко. Во-первых, хочет каждый выиграть. А если это будет легкая победа, так это еще лучше. Чтобы она решилась уже в третьей четверти. Угу. Это естественно, потому что каждая напряженная игра – это в первую очередь нервы. Угу. Это серьезно нервы. А когда заходишь в концовку, от тебя уже там, да, зависит как тренера, как от исполнителя игрока. Но все равно, я же говорю, ты промазал из-под кольца, забил с центра поля трехочковый, все решилось. То есть, в первую очередь, конечно, мы хотим навязать, то есть, чтобы получилась та игра, те моменты наработки, которые мы обсуждали после вчерашней игры. Убрали те ошибки, которые были вчера, и чтобы и в нападении, в защите, и чтобы игра шла так, как мы планируем, а там уже игра покажет. Но фактично, програвши в цьому сезоні 5 матчів будівельнику, угу, ви вірите, що зможете виграти ще 3? Звісно. Да, вчорашня гра показала це. Ну добре, побажаю тоді вам удачі. Принаймні буде цікавіше спостерігати за півфінальну серію. Нагадаю, у відіскопа гостях був Павло Гапов, тренер баскетбольного клубу «Дніпро», який зараз веде боротьбу у півфіналі із чинними чемпіонами за місце у фіналі сезону 2014-2015. Нагадаю, що ви можете слухати всі інтерв'ю у аудіорежимі, а також спостерігати в нашому каналі в Ютубі. Відіскоп – спортивне відео.